Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. В этом видео вы увидите подборочку с очень стильными, необычными и недорогими часами сайта AliExpress. Я уверен, что вы найдете себе часы по вкусу из данной подборки. И не забывайте пользоваться кэшбэком. Все ссылочки на товары и на видео, как экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, есть в описании. И в конце видео будет конкурс. Кстати, сейчас итоги конкурсов я выпускаю на другом канале. Там уже есть недавние розыгрыши. И объявился только первый победитель. В конце ролика вы сможете принять участие в сегодняшнем конкурсе и узнать про канал, где выходят итоги. Приятного просмотра! Первые классные часы – это у нас смарт-часы Zeibel Classic. Это алюминиевый корпус в сочетании с кожаным ремешком и защита от брызг воды по стандарту IP65. Диаметр дисплея 42 мм, а толщина 11,9 мм. Вес часов 49 грамм. Есть два цветовых решения – черный ремешок и серебристый корпус, коричневый ремешок и черный корпус. Такие часы будут отличным дополнением к вашему стилю и надежным ассистентом в повседневных делах. Основной функционал – часы, дата, календарь, пульсометр, контроль за качеством сна, фитнес-функции, шагомер, калории и тому подобное, управление камерой и плеером телефона, уведомления об SMS, входящем звонке с функцией ответа, показ имени абонента, уведомления соцсетей. Крутые мужские армейские часы соединили в себе надежный механизм, удобства в использовании, безотказность в эксплуатации, безупречные качества, комфорт и неповторимый стиль. Разработаны для всех любителей стильных и функциональных аксессуаров. В корпусе часов применена гальванизированная нержавеющая сталь со специальным покрытием, а стекло часов изготовлено из современного высокопрочного материала. Армейские часы имеют комбинированные отражения времени, стрелочное и аналоговое. На циферблате расположены 4 электронных информативных табла, показывающих нужную информацию. Регулятор аналоговых стрелок спрятан за массивной крышкой с резьбовым соединением. Наручные часы в стиле стимпанк. В большинстве своем стиль стимпанк окружен примочками старой Англии второй половины 19 века в духе викторианской эпохи. Наручные механические часы созданы в стиле стимпанк. Это настоящее произведение искусства. Кстати, цена на часики очень низкая. Для производства ретро-часов использовались материалы нержавеющая сталь и кожа. Элементы часов выполненные под бронзу. Тип застежки – пряжка. Часовой механизм – автоматическая заводка. Стиль – скелетон Watchman, антикварный. Диаметр диска – 42 мм. Особенности – светящийся, цвет бронзовый. Материал линзы часов – стекло. Мужские деревянные часы. Оригинальные часы для мужчин с корпусом, сделанным из натурального черного дерева. В часах установлен надежный кварцевый механизм. Легкие и оригинальные часы будут отличным дополнением в мужской гардероб, а качественный кварцевый механизм позволит прослужить им долгие годы. Отличный выбор для людей, предпочитающих casual стиль. Оригинальные часы Casio на первый взгляд смотрятся достаточно консервативно, хотя на самом деле их смело можно отнести к стилю casual. Браслет, состоящий из нержавеющей стали, придает часам классический вид. В результате часы легко сочетают элегантность и надежность. Эти часы обладают водозащитой в 10 бар, то есть способны выдержать погружение на уровне 100 метров при атмосферном давлении. Снабжены будильником, секундомером, таймером. Кварцевые часы используют энергию батареи, считаются более точными и удобными. После настройки календарь автоматически отображает точную дату – 12 и 24-часовое отображение времени. Корпус из полимерного пластика. Часы Skon – очень хорошая копия бренда. Они сделаны из добротных материалов и чувствуются достаточно увесистыми в руке. Есть простенькая водозащита, ремешок толстый, очень хороший козам. Сама компания Skon появилась недавно на рынке мировых часов, и у них 4 важные причины популярности этого бренда. Это хорошее качество изделий, как, допустим, данные часы. Второе – это разнообразие дизайна, широкий ассортимент продукции и очень конкурентные цены, несмотря на качество. Спортивные часы «Колонка» отлично подойдут для спортсменов и людей с активным образом жизни. Особенностью данной колонки является ее уникальная форма. Она сделана в виде наручных часов. Благодаря данному дизайнерскому решению вы можете заниматься спортом под любимую музыку максимально комфортно. Вам не нужно путаться в проводах наушников или постоянно держать в руках колонку. Конечно, такие часы предназначены не только для спортсменов, а для любой категории граждан, которые предпочитают слушать любимые мелодии. Поэтому устройство можно смело брать с собой на природу, поход, прогулку.
спортивные водонепроницаемые часы с автоматической калибровкой и с надежной изоляцией от влаги и воды. Энергоэкономичные, корпус выполнен из ударопрочного качественного пластика в форме монолита без швов штамповки, с удобным и мягким на ощупь ремешком. Часы для повседневной жизни, как для экстремальных условий среды, для любителей отдыха и рыбалки, так и для стильных молодых людей, так как они сочетаются с любой одеждой и в любом ракурсе всегда гармоничны, благодаря своей практичной и эстетической сбалансировке. Функции: мировое время, формат 12-24, почасовой сигнал, будильник, секундомер, календарь, подсветка дисплея. Подсвечиваются цифры, а не полностью дисплей. Часы-хронограф Benoit выходят в мир в полностью техническом образе. Стильный корпус с покрытием от царапин. Их спортивный вид усиливается до практически уникального вида посредством использования оригинального дизайна с люминесцентных часовых меток. Скелетонизирована даже часовая и минутные стрелки, на кончике которых также нанесен люминесцентный материал, что придает часам разборчивость наивысшей оценки, что довольно редко встречается в скелетонизированных моделях. Пожалуй, самые необычные часы от компании SQMEI, корпус которых напоминает форму самолета. Инверсионный дисплей, белые цифры на черном фоне, легко читается днем, а для более темных условий предусмотрена светодиодная подсветка. Особенностью подсветки в этих часах является возможность переключения ее цвета. Просто подержите, нажав кнопку включения подсветки около 3 секунд. Синий, зеленый, красный, голубой. Мигание комбинации цветов, любую подсветку можно настроить по своему вкусу. Функционал часов стандартный. Водостойкий корпус на 5 атмосфер, можно мыть руки и принимать душ. Приятный на ощупь резиновый ремешок, секундомер, будильник, индикация дня, недели, числа и месяца. Классные недорогие смарт-часы от фирмы Digro. На корпусе часов расположилась единственная кнопка, с помощью которой вы можете включить и выключить свои умные часы, а также заблокировать и разблокировать экран. Размер дисплея у них 1,3 дюйма. Модель процессора MTK2502S. Оперативной памяти 64 МБ. Основной же памяти 128 МБ. Соединение часов с телефоном происходит посредством Bluetooth. Для корректной работы понадобится установить приложение Fundabear с помощью Play Market. Часы совместимы со всеми видами смартфонов на операционных системах iOS и Android. Для любителей активного времяпрепровождения, а также для людей, которые следят за своим здоровьем, в часах предусмотрена функция измерения ритма, сердцебиения и шагомер, календарь, будильник, монитор сна, напоминание о бездействии, калькулятор и секундомер также имеются. Стильные мужские наручные часы Curen. Стрелочные часы с кварцевым механизмом и встроенным календарем. Корпус и браслет выполнены из нержавеющей стали. Циферблат часов имеет 12 часовых меток и 120 секундных. Два дополнительных субциферблата использованы в качестве украшения. Такое же назначение имеет вынесенная на внешний ободок шкала тахиметра. Часы крепятся на металлическом браслете с крупными звеньями, имеющими фирменную клипсу, так называемую застежку-бабочку с блокировкой. Такой браслет никогда не спадает с руки. Модель с ночной подсветкой и бытовой водозащитой. Эти часы – незаменимый аксессуар для придания вашему образу мужественности. Прекрасный подарок вашим близким и друзьям. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какие первые часы у вас были. Обязательно подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайв, на нем будут итоги конкурсов. И кстати, там уже есть новые розыгрыши призов по нескольким видео. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!